позвонки должны разогреться, разогреваются постепенно. Поэтому назад первое движение старайтесь не делать. Советы дает учитель физкультуры. Его урок проходит в 11-й школе имени Германа Титова. Это открытый урок в рамках муниципального конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года». Здесь, в спортивном зале, комиссия оценивает умение преподавателя, с одной стороны, бережно и внимательно подходить к увеличению физической нагрузки для учащихся, а с другой стороны, добиваться выполнения спортивных упражнений. После разминки уже на матах школьникам предлагается делать кувырки и акробатические свечки. Комиссия работает в 11-й школе уже второй день. В очередном этапе принимают участие 13 педагогов. Педагоги, учителя показывают свои открытые уроки, показывают свои лучшие методические наработки, методы приема, которые они используют на своих уроках в обычное время. Сегодня мы посмотрели уроки педагогов английского языка, русского языка, учителя начальной школы, урок литературы сегодня был представлен и урок физической культуры. Важной частью работы комиссии является обсуждение с преподавателями проведенных уроков. Из 13 учителей сначала будут отобраны 5 для участия в финале конкурса, а затем из них выберут одного, которому предстоит представлять наш муниципалитет на областном конкурсе «Педагог года». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.